традиционный турнир, который в Уфе проводится уже не первый год. Кубок Уфы. Международный турнир Европейской теннисной ассоциации для игроков не старше 16 лет. Ну, у юношей 32 участника, у девушек 37, был отборочный этап. Участвуют игроки из России, Италии и Беларуси. Игроки зарабатывают рейтинговые очки для того, чтобы развиваться в рейтинге, подниматься на более высокие позиции, играть в турниры более высоких категорий. Турнир проводится по олимпийской системе, преимущественно все из России. Есть участники из Италии и Беларуси в женской сетке турнира? Сам я из Тольятти, приехал в Уфу на турнир. У меня цель его выиграть и в одиночке, и в паре. И мне тут очень нравится. И тут хорошие корты, и ребята хорошие приехали на турнир. И судьи хорошие, тут и база хорошая, мне нравится. Есть в моей сетке, да, сильные ребята, но я их обязан выиграть. Приехало очень много иногородних теннисистов, соперники довольно серьезные, но на этом турнире нужно постараться играть, показать свою игру и хорошие результаты. Так как я первый сейный обладатель этого трофея прошлогоднего, я хочу выиграть этот турнир повторно, подтвердить свой титул. Победители определятся в финале, это будет 19 числа, тогда будет разыграно два финала мужского и женском разряде одиночных и парных. Соревнования проходят в очень хорошей обстановке. Мне очень нравится здесь играть, потому что это домашний турнир. Благоприятная обстановка. Есть девочки международные с Италии и из Беларуси. Сегодня я играю с девочкой из Беларуси. Все очень сильные. Все будут стараться выиграть этот турнир, но я тоже постараюсь.